Сегодня в ЖК полдня обсуждали заключение депутатской комиссии по снятию иммунитета Сатамбаева. На удивление говорящих было мало, но говорили сочно. В итоге 100 депутатов против 5 поддержали передачу заключения в Генпрокуратуру. Школы до сих пор не получили бланки аттестатов. И это несмотря на то, что уже завтра, 21 июня, школы должны будут эти аттестаты вручить. Получены документы только для 9 классов. Когда будут бланки для выпускников, пока не ясно. Кактус Медиа провел небольшой эксперимент и специальным прибором проверил воду, которую мы пьем, на жесткость. Брали воду из-под крана, бутилированную и фильтрованную. Скорее смотрите результаты на сайте.